Заходите, Итан. Вот на это стоит раскошелиться. Одну минуточку. Одну минуточку. Это простая модификация. Я быстро управлюсь. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Ага. Счастливо. Oh.
А, ну да, да. Еда – это жизнь. Чудесно! Знаете, сколько стоит? Не обращайте внимания. Мне не терпится увидеть ваши новые находки.
Если только посмотреть витрину вон там. Сгораю от нетерпения. Одну минутку. Готово. Садитесь, ешьте. Невероятно, что это удалось приготовить в такой снежной глуши. Как держать? Не обращайте внимания. Гарантирую, будет вкусное блюдо. Thank you.
Ладно, я готов на все ради тебя. Это я заберу. Стой, стой, стой! Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, нет, нет! Стой, стой! Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь лучше не всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Что смешно? Тупица! Болтаешь зря. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты тварь. Здесь мои владения. Я тебя не выпущу. Черт. Вот урод. Дам ее тебе. Как же выбраться?
Что за хрень? Что это? Что за лаборатория? Что за херню тут делают? Отвали от меня! Лежать, сука! Итан, знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Будет жаль, если что-то случится сейчас. Да, Крис, а что? Ты убил Мию. Убей меня, и дело с концом! Эй, Кэп, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Что за активность? Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. Не суйся в наши дела, Итан. Какие еще? Назад! Нет времени. Ты поздно. Миранда уже подготовила церемонию. И послала тебя, чтобы отвлечь меня? Ты жалкий ублюдок. Не издевайся. Нечестно. С ней должен быть я, не ты. Да о чем ты говоришь? Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать. Боже, мама! Почему? Почему? Что же делать?
Он сказал, что выходит. Воду. Черт, электричества нет. Оу. Ну что ж, смело изучайте. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Скажите, если найдете еще что-то ценное.
Серьезно? Если только посмотреть витрину вон там. Что, все так плохо? Не останавливайтесь. Гарантирую, будет вкусное блюдо.